Услышала ли полностью я ее тогда? Наверное, нет. Возможно, мое эго не дало услышать. А, ну, сейчас услышала. Очень часто мы куда-то бежим, торопимся, куда-то пытаемся кого-то обогнать, догнать, каких-то вершин добиться. Куда? Сложнее всего было Владимиру. Он пытался держать машину, он пытался как-то вырулить. Вырулил, и слава богу, что вырулил на землю, чтобы дети вот кувыркались именно там. Все хорошо, все замечательно. Это нам большой... я не знаю, что это было. Это урок, либо это... Я не знаю, что это. А может быть, это нас уберегло от чего-то большего, да? Почему все остались целы, невредимые? Ну, у Владимира там немножко царапина, у детей вот сегодня шишечки так немножко напухли, но а так все хорошо. Как? Я не знаю. Я не могу найти ответ, но я благодарна. Благодарна Всевышним силам, которые ведут нашу семью, которые рядом с нами. Со мной, с детьми, с мужем. Я благодарна вам, потому что я уверена, ваша поддержка, ваши добрые мысли, добрый посыл в нашей семье – это огромнейшая, знаете, такой вот буфер, вот такое вот очень облако, мощное облако вокруг нас, которое бережет нас. И сегодняшний прямой эфир хочу всех вот прям от души поблагодарить, потому что знаю, что и ваша заслуга в этом есть. Спасибо, мои дорогие. Я буду выходить в эфир. Я не... Мне надо... Понимаете, мы вчера были в таком состоянии, когда вспоминаем какие-то классные, веселые... Весь мир переворачивается. Тук! Воткнули вот так вот и сидим смотрим, без каких-то либо движений в голове, вот это вот мысли, эти страхи. Потом снова веселимся. В общем, вчера был шоковый, стрессовый день. То есть мы были в шоке, да, от того, что произошло. А сейчас мы отошли, и тело начинает болеть, говорит, что нужна сейчас забота, внимание о себе, что нужно немножко... притормозиться, успокоиться еще больше, да? Я не забываю вас, всех, кто был записан на консультации, я обязательно с вами проведу встречи. У нас обязательно состоится то, что вы ждете. И благодарю вас за поддержку. Оля хочет что-то сказать. Скажи. Подключаю тебя в эфир. Нет. Девушки, благодарю вас всех еще раз. Видите, что у меня такое эмоциональное состояние неустойчивое. И я ценю все то, что вы передаете. Ценю ваши эмоции, вашу благодарность, возможно. Спасибо вам большое. До свидания.